Меня зовут Вера, я заместитель директора компании «Викинг Туристик», и сегодня я прилетела для вас в Албанию. Будем смотреть эту замечательную страну вместе, все вам буду рассказывать, комментировать и показывать. Смотрите, пожалуйста, наше видео, ставьте лайки. Сейчас мы идем в отель «Вилла Ясмин», это тоже Саранда, находится на второбереговой линии, рядом с апартаментами алеровскими. Расположен хорошо, в отличной зоне. Надо сказать, что вы должны обращать внимание, что здесь порционные завтраки, обеды и ужины по системе а-ля карт. Это небольшой отельчик, он состоит, вот он на заднем фоне, он состоит всего из 19 номеров. Там двуспальная или полуторная кровать, балкон, телевизор, холодильник, кондиционер и ванна. Сейчас мы уточним по поводу Wi-Fi. Ну, по крайней мере, в каталоге мне не прописано, что у нас есть Wi-Fi. Сейчас проверим. Мы зашли в Виллу Ясмин. Это холл. Чего-то не хватает. Чего-то не хватает. Тут как-то пустовато. Мы поднимаемся с вами. Холодненько. Кстати, вот все стены украшены вот такими расписными картинами. Ну, знаете, смотрится интересно. Так. Еще одна картина на каждом этаже. Смотрим номер 4. Так, что тут у нас с ванной? Ух! Ну так, даже после апартаментов смотрится темновато и как-то старовато, если честно. Но душ, хотя бы есть шторка, есть бортик. Так, что у нас по номеру? Зеркало большое. Телевизор вот такой. Номер трипл. Маленькая кровать. Большая. Шкаф. Что у нас в шкафу? Одеяло. Как-то хорошо. Маленький столик. Холодильник. Вообще очень в многих отелях в Албании есть холодильники. Потому что все много свежего, вкусного. Что можно было положить. Так, что у нас на балконе? Балкон у нас, ну, достойного размера, очень даже длинненький. И тоже видовой номер, очень хорошо. Нам показали еще один номер с кухонькой. Очень маленькая, но такая достойная кухонька, достаточно современная. Кстати, на газу. Тут, ну, ванна, конечно. Ну, просто чисто, аккуратно, без излишеств. Ничего там супер реновированного, скажем так. Стены просто покрашены простенько. В принципе, что касается Виллы Ясмин, если вы будете бронировать, вы должны понимать, что не стоит ожидать изысков от этого отеля. Напоминаю вам, что завтраки порционные, номера большие, нету сейфа. Если это принципиально, но так как в Албании, в принципе, с этим все в порядке, не отмечаются случаи воровства. Поэтому, я думаю, это не настолько принципиально, скажем так. Но отель простенький, небольшой. И пляж через дорогу. И, кстати, вот важный момент, который хотела отметить, что рядом находится дискотека. Дискотека «Манго» считается одна из очень хороших дискотек в Саранде. Поэтому, возможно, семейным людям не сюда, молодежь, которые хотят потусить и быть близко к центру. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока!